Приветствую всех на канале. Сегодня на обзоре самодельный металлоискатель Пират. Схема популярная, ее часто собирают. В этом видео я обзора на эту схему делать не буду. Если интересно, найдите в интернете. Так. Штанга сделана из обычной пластиковой водопроводной трубы. Катушку я прикрепил на картоне. Не стал сильно заморачиваться. Хомутами прям взял и вот так вот прикрепил. И у меня этот металлоискатель уже более 10 лет, и ну, ничего, никаких проблем нету. Вот так вот это все сделано. Крепление. Плата установлена вот такую распределительную коробку. Штатные заглушки. Тут динамик, светодиод. Так, включение металлоискателя, ну и настройка чувствительности. Так, ну вот так здесь установлена плата. Она тут лежит на мягких вот таких подложках. Так, плата тут двухсторонняя, с этой стороны установлена микросхемой. На панелях вот этот диод установлен для защиты от переплюсовки. Так, ну и динамик я взял от черно-белого телевизора, вот такой. Так, аккумулятор я вот такой использую, емкость 1,2 ампера-часа, хватает его надолго. Потребление у металлоискателя небольшое, там где-то около 60 миллиампер. Можно батарейку использовать, но напряжение на ней 9 вольт, поэтому чувствительность металлоискателя будет меньше. Креплю вот так вот его сюда, ну вот так, и хомутом. Но он сейчас не заряженный, поэтому запитаю от автомобильного аккумулятора. Так, включаю. Он должен какое-то время прогреться, вот он подал звук. Радиодетали прогреваются, и можно им пользоваться. Так, сейчас настрою чувствительность. Ну вот так, чтобы были небольшие щелчки. Это максимальная чувствительность. Так, 10 копеек. Пятнадцать сантиметров. Около 40 сантиметров. Тоже около 40. Я им находил монеты, ну вот таких размеров, на глубине до 10 сантиметров. Он металла не различает, но для чермета пойдет. Все, всем пока.